Напишите, сколько людей, количество, получают хорошую зарплату, чтобы и он, и она получала по 30, там, по 40. Ну, как из-под коровы. Ну, это не российское для тех, кто не знает, что какое молоко. Это молоко, как будто из-под коровы. Впитывайте, впитывайте, потому что мне надо бегом переворачивать. А мне это лапша, майонез и колбаску. Ну, это сметана так, на неделю. Потом я опять идти покупать, это вот денег надо. И вроде по 60, по снимочку, там сметана. Баночка небольшая. И там, представьте, если 5 человек, ну, 2 ребенка. Перевернула, фух, еле успела. Всем привет, я варю суп сегодня сырный с плавленым сырком. Даже тут в Америке он есть. Он такой, правда, черный. Я не знала, что такие есть. Сейчас хочу порезать его. И покажу. Тут лук у меня жарится, да? Не видно, правда. Ну, у меня и половник, конечно. Вот, и тут у меня грибы замороженные, и перец замороженный, кинула, и вот на курином мясе. Тут крылышки, да? Ножки, а? Крылышки вроде ножки такие маленькие. Вот и картошка тут уже. И вот это вот, это порезанная морковка готовая. И сейчас попробую на соль. Зеленый лук. Пробую картошку. Сохранилась или нет? Пробую картошку, сварилась или нет. Почти нормально. Хотя вообще-то... Я бросаю вот так лапшу из стаканчика и ложу сырок. Просыпаю, так же и сделаю. И все. Прибираем сейчас. Thank you.
Делаю такую основу, как, знаете, у меня есть, конечно, лепешки, но можно было, конечно, лепешки взять, но не хочу. Сегодня тут лапша просто есть, поэтому вот. Я делаю такую как бы основу, типа, ну, как пицца такая вот. Сейчас наверх просто что-то буду ложить, то, что... продукты. Бекончика сейчас положу, лучок, майонез и вот сыр. Короче, бегом снимаю. Вот наложила. Впитывайте, потому что мне надо бегом переворачивать. Омлет, лапша, майонез и колбаску. Бекон, лучок зеленый. Сейчас вот еще сыр положу и вот майонез, кетчуп положила. В общем, сейчас буду переворачивать. Так, вот, короче, перевернула. Еле успела. Просто даже заснять толком не успела. Ну, вот такое румяное получилось. Ну, думаю, нормально, да? Да. Жвачка не будет, надеюсь. Сгорело, но... Не убавила, конечно, но сейчас будем смотреть, что там. Там надо сильно не надо поджаривать. В принципе, я уже выключаю. Вот. Я тот раз лепешку делала, и так немножко все сильно-сильно прижарилось. Вот он сильно прижаривается, конечно. Сейчас буду отскребать, короче, да? Давайте попробуем открыть это. Короче, у меня тут продукты. Вот так вот все. Ой, короче, пробую я. Молоко косовское. Оно как из-под коровы. Ну, это не российское, это для тех, кто не знает, что какое молоко. Это молоко как будто из-под коровы. Ну, может, чуть-чуть обработанное. И все. Очень вкусно, прям натуральный вкус молока. И жирность. Вот я попробовала уже. Бекон очень вкусный, мы этот раз взяли в магазине, в обычном, не в Костко. И у меня, у нас осталось, извиняюсь, у нас осталась лапша, вот такая широкая, это яичная лапша. И я сделала такую омлетную как бы основу, как пицца. Ну, чтобы понимали, чтобы это как пицца я сделала. И, знаете, первый раз так, по-моему, делала, может, если только давно. И получилось, я два яйца взяла, немножко с обеда осталась лапша, вот это. Положила бекон, лучок, сыр там, кетчуп помазала, ну да, сыр положила майонезиком, и, в общем, лучком посыпала, и два яйца. Ну, такой сыр я не сыпала, только один квадратик положила, желтый такой, все, слайсами. Ну, в общем, вкусно. Ну, как сказать, обычные продукты, как омлет, такой вкусный. Кстати, с лапшой даже вкусно. Даже очень вкусно. Мне кажется, только не досолила, надо было еще посолить. Но я реально еле сняла. Может, выглядит как-то не очень. Так. Очень вкусно. Ну, как омлет, как обычно, так вот, знаете, простая еда такая. Ну, вкусно. Это сметана. Это, да, это сметана вот эта, белая. Видите, кожа получился. Я еле его перевернула. Ну, конечно, не очень красиво. Но выглядит как, скажите, что выглядит как пицца, правда? Просто немножко, у вас очень вкусно, вот так бекон будем брать. Обычно такой привкус такой, знаете, химозный. И никакой. На вкус. Это очень вкусно. Вообще, вот это молоко, всем молоко. В России так как бы, так, ну как бы я могу сказать честно, в России такого не нюхали в магазине.
Это точно. Ну, это правда так. Вкусняшка. Не-не-не. Кому-то моя шмака не понравилась. Я, конечно, рада. Но это, наверное, один человек. Спасибо, конечно. Очень люблю поджаривать лук зеленый. Я как-то раньше этого не делала, сейчас понравилось. И с лапшой прикольно вот это вот. Ну, она широкая лапша, вот такая прям широкая. И поэтому классно она как бы взялась, как так, подошва, так скажем, да? Форма, как, чтобы пицца была такая. Она широкая, она заменила как бы. Вот, и два яйца бахнула и пошло, поехала. Бекон, правда, вкусный, будем брать. Правда, сметана. И сметаны много, и мы не жалеем. В России она стоит по 60 рублей, да? Не знаю, раньше, даже не знаю, сколько раньше, вроде я видела вот эти вот русских блогеров. И вроде по 60, по 70, там сметана. Баночка небольшая. И там, представьте, если 5 человек, ну, 2 ребенка, 2. Ну, конечно, может, и заработок, смотря какой. Может, один ребенок, допустим. Но это сметана так, на неделю. Потом опять идти покупать. Это сколько денег надо. Ну, если, конечно, там по 40, по 30 тысяч получать, и то, если только каждый. Ну, я не знаю, как часто, как каждый второй или пятый столько получает, я без понятия. Напишите, сколько так, сколько людей, количество, получают хорошую зарплату, чтобы и он, и она получала по 30 тысяч, по 40 тысяч.